Так, здравствуйте. Сегодня мы хотим сделать краткий обзор аптечки на заводе. Что находится в нашей аптечке, если вы сломали ногу, руку, разрезали себе в лицо, я не знаю, там что-нибудь такое. В аптечке мы имеем. Вот наша аптечка. Очень-очень важная, блядь, до опистенения желтая рулетка. И вы можете перетянуть, блядь, там жопу, чтобы кровь не текла, я не знаю. Вот. Так бы аналог русской ножпы. Или чтобы, блядь, не знаю, дрочить было лучше, дротаверин, вот, одна таблетка, вот, 3 пузыречка с зеленкой, в одном ничего нету, в принципе, его можно выкинуть вот так. Так, вот, второй пузыречек зеленки, во втором ничего не видно, но тоже, по-моему, ничего нету. Блядь, ну, даже зеленки нету. А, еще мы имеем немножечко йода, вот, то есть... Если у вас открытый перелом и торчит кость, вы можете туда залить немножечко йода. Вот. Также мы имеем валидол. Валидол какой-то подозрительный, я не знаю. Все-таки китайский валидол очень, очень старый. Вот, 5 таблеток. Ну, тоже помогает при переломах там и так далее. Вот. А так бы, также, ага, карты, колода. В пачке, видите, в пачке. Колода карт. Ну, когда вы поломали все руки и ноги, вы можете с корешем как бы перекинуться в карты, и у вас вырабатывается, короче, ну, гормон счастья, эндорфина, да, вырабатывается, и у вас вроде как ничего не болит, вы можете дождаться скорую. Ну, перекинули в дурачка и дождались скорую, вот. И еще вот, это дополнение, ну, это чтобы в покер играть. Если скорая задерживается, ну, в покер дольше, как вы знаете, играть, чем в дурака, вы можете поиграть в покер записной, вот. Ну, а там истечете кровью и умрете, короче, не мучаясь, вот. Ну вот и все, вот наша аптечка.